В сложных экономических условиях люди стремятся заработать разными способами. Вот этот 19-летний молодой человек, к примеру, выбрал не только нелегальный вариант, но и уголовно наказуемый. Согласно материалам уголовного дела, молодой человек арендовал квартиру на сутки, а затем тут же выставлял объявление в интернете, предлагая сдать это жилье в аренду на долгий срок. Передавал квартиру несколько раз. Снимал на сутки, передавал несколько раз. Жертвы находились, причем очень быстро, ведь цену горе-предприниматель назначал крайне низкую. Затем под вымышленным именем заключал договор сразу с несколькими арендаторами, забирал деньги и скрывался. Кстати, время для заезда в квартиру для разных людей он назначал одно и то же. Сейчас в полицию обратилась всего одна потерпевшая. Женщина лишилась 8 тысяч рублей. У полиции имеется достаточно оснований полагать, что это не первое совершенное даже гражданином преступление, в связи с чем просим вас, если вы располагаете сведениями о преступной деятельности указанного лица, немедленно сообщить в полицию по телефону 270 52 25.